Всем хай, дорогие друзья! Вы на канале Егор Снак. Сегодня мы будем опять продолжать выживать в нашей пещере, которую мы построили совершенно недавно. Ну вот. Давайте выживать тогда. Ой, просто перестарался. Надо заделать. Ручка. Я курочку взяла. Больше камня, потому что печка горела, и тогда было светло. Потому что совершенно сейчас у меня времени нет для факела. Но я могу сделать, но сейчас ночь. Когда, например, будет утро, тогда я смогу делать. Потому что сейчас делать это не факт. Во-первых, там зомбаки ходят. Так что я лучше тут побуду дома. И у меня теперь есть камень. Это очень хорошо. Так. Положим это тоже сюда. Хотя нет, лучше еще мы сделаем намечек. О, щит. Я не знаю, что делаю. Ну так точно у меня ничего не получится. Да. Надо потрудиться. Ладно. Хоть ей рукавом. Так, это тоже сюда пускаем. Но нам еще нужна кирочка. Так, посмотрим. Сколько камней уже? Пять камней. Так. Еще кирочку надо запустить делать, еще стал делать. Так вот. Извиняюсь. Случайно зашло приложение. Зашло самого как-то. Так. Тоже сюда. Ну, наверное, этого нам хватит. В общем. Ставим лайк и сразу завтра выйдет новая серия по Майне. Вам честно говорю. Пока что никого нет. Это очень отлично. Были бы сейчас тут паучки. Можно было бы сделать лук. Так. Пока что у нас ничего нет. Топорик нужно сделать. Ну, сначала палочка. Теперь покажет топорик. Топорик мы сделали. Ну вот уже вот. Сейчас пойдем еще. А нет, мы сейчас это все потратим на камни. У нас будет тащика камней. А когда есть много камней, это очень отлично. Завтра у нас дерево нарубить будет. Тогда я уже сделаю нормально себе красивый домик с полом. А почему бы это сейчас не сделать? Почему? Можно? Так. Так. Ну, вроде сейчас ну, хоть что-то, вот еще хоть что-то. Ну ладно, пол уже мы не успеем сделать. И, кстати, эта серия уже подходит к концу. Не отчаивайтесь.
Завтра будет другая серия. С вами был Егор Снак.